OMTV.ua про головне. Буданов сообщает, что наступление россиян. Буданов – это главный украинский террорист, кто не знает, начальник украинского ГУР. Наступление россиян пойдет на спад через 1.5-2 месяца. Кривой Рог должен стать для нас следующим. Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взять Киев. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Там находятся именно те, которые нам нужны. Именно вот отсюда и вот отсюда можно начать работать. Да-да-да. Какая красная линия, скажите мне? Они должны что, разбомбить Москву, нанести удар по Санкт-Петербургу? Что они должны сделать? Из этого я делаю вывод, что смута началась. Теперь осталось только еще проворонить еще одно вражеское наступление, теперь уже всерьез, стратегического масштаба. Ситуация в стране, внутриполитическая, может измениться до неузнаваемости. Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today, many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Ну, Украина. Ну, подавили эти огневые точки. Вот мы рекламную паузу это обсуждали. С вами счастливые люди. Очень. Что родились на вот этой части земного шара, которая называется Россия. Это вполне серьезно. Просто повезло, да. А знаешь, в русские города я тоже много с гастролями езжу. И вот Арзамас, или какой-нибудь Вологда. Ты когда идешь, и храмы везде. Везде. Как грибы, да. Ты идешь везде. Да. Просто да. Повернул храм, повернул. То есть тебя Бог как будто везде. И все открыты. Ты все время окружаешь. Ты так постоянно. Я еще заметил такую вещь. Вот Сирия, да, бомбардировщик Су-30, так называется, да, и ребята, я говорю, можно в кабину? Он говорит, ну давай. Да. Мне же интересно, я в таких самолетах никогда даже, не то что не летал, не сидел даже. И, ну вот кабина, все понятно, там все круто, здорово. И иконка. Угу. Обязательно. Обязательно иконка. А как иначе? Это духовная скрепа. Тем временем дурачок Хазин, который из года в год прогнозирует крах доллара, теперь рассказывает о крахе Евросоюза и нападении США на Китай в ближайшие месяцы. Под прикрытием схватки США и Китая, я думаю, в течение 2-3 месяцев США начнут против Китая военные действия. То есть мне совершенно не ясно, доживет ли Евросоюз до осени. Скажем так, вероятность этого не очень велика, но она уже существует. Хазин – это такая Ванга для интеллектуалов. Ну как интеллектуалов? Людей с памятью, как у аквариумных рыбок. Достаточно поднять его прогнозы и размышления хотя бы месячной давности, чтобы легко убедиться этого шарлатана, как и многих других, выступающих с прогнозами по российским федеральным каналам, не только бессмысленно, но и вредно слушать. Помнишь, мультик такой был, да? Да, там какой? Волк говорил, сейчас спою. А, сейчас спою, да, сейчас спою. То, что специальная военная операция началась именно сейчас, а не 5 лет назад, и не 3 года назад, это связано как раз с тем, что единый фронт Запада рухнул. Что? Опять? Дорогое американское нормальное общество, я не знаю, сколько тебя осталось, мы с тобой, не переживай. Вы ни с кем меня не спутали. Российская Федерация никогда не вмешивается ни во внутренние дела. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось. Ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний. Это полный чушь, бред. Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют демократические процедуры. Мы вводим войска, они говорят, это плохо. В соответствии с принципами открытости, где приглашаются наблюдатели, это суверенное дело каждой страны. Я старалась, вы слышали? Саша, опять апеллирую к изданию Washington Post и спутниковым снимкам, которые украинцам предоставила американская спутниковая компания Maxar. Там сверху видно все, где окопы, где рвы, где зубья дракона. Стоят у человека неискушенного
волосы дыбом. Иными словами, американцы все видят, а если так, то значит видят и украинцы. В этом смысле, как устраивать оборону, когда вот все вообще как на ладони? И у нас как с этим дела? Так это тактика или истерика? Еще одно подтверждение дырявости российских войск. Посмотрите, на чем они приехали оккупировать Украину. Это ГАЗ-51. Советский грузовой автомобиль конфигурации 4x2, который выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1946 по 1955 годы. Позже изготовлялась модернизированная модель ГАЗ-51А. Кузов – это деревянная платформа с тремя откидными бортами. Как говорил Путин, это настоящий прорыв. Ну, говорил о необходимости прорыва. Российская автомобильная логистика, похоже, все. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Кремлевский пропагандон депутат Марков пишет о том, что действительно нужно замалчивать потери. Нужно как можно меньше рассказывать обывателям о провале спецобосрации на Харьковском направлении. Скажу неожиданно. Правильно делают, что молчат. Нечего разгонять зраду. Все, кто интересуется этим в деталях, могут читать телеграм-каналы. Там военные аналитики, как военкоры, так и эксперты, все подробно рассказывают. Миллионы, кому интересно, все знают в деталях. А десятки миллионов, кому не интересны детали, узнают обо всем чуть позже, когда будут ясны результаты боев. Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации. Потерь в вооруженных силах России нет. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Это невозможно абсолютно, потому что российской армии там противостоит вообще сильная армия. Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Мы знаем, что иностранные наемники, иностранные инструктора продолжают играть ключевую роль в снабжении хунты Зеленского летальным оружием. Мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться. Зеленский превратился в маленького, злобного. 400 человек, это личный состав. И боекомплект 22-й бригады формирования киевского режима, она укомплектована западным вооружением и военной техникой. Вот здесь участвуют в атаке на Курскую область.